Всем здравствуйте! Сегодня стало известно о том, что муж Аллы Пугачевой решил в очередной раз унизить своих бывших коллег Филиппа Киркорова и Лолиту, отмененных на родине после скандальной вечеринки Ивлеевой. Проигнорировавший страшную трагедию в Крокусе, юморист продолжает свои издевки на концертах в Израиле. А ведь Филипп Киркоров в прошлом неоднократно защищал коллегу Максима и свою бывшую жену в первые месяцы их эмиграции, а теперь вынужден столкнуться с злыми насмешками в свой адрес. Неблагодарные они оказались, как только сбежали из страны. Например, комик припоминает Филиппу Бедросовичу «Вход не в ту дверь», а песни Лолиты Милявской и вовсе переиначивает на свой манер. В своей новой программе он сравнивает себя с самим Иисусом Христом, и теперь сомнений в его неадекватном поведении становится все меньше и меньше. Очевидно, что пародист пересек уже все красные линии. В свою очередь Филипп Киркоров на данный момент тоже предпочитает молчать. Он спешно покинул столицу после трагических событий в Крокусе. Причина отъезда Киркорова в Азербайджан до сегодняшнего дня была неизвестна. Но, как выяснилось, целью приезда в Баку могло быть выступление на свадьбе. Отметим, что король сцены о своем визите в Азербайджан подписчиков не уведомлял и сообщения СМИ о выступлении на свадьбе не комментировал. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!